Добрый день, в этом видео я рассказываю, почему ребенок не умеет читать на английском языке к концу третьего класса. Вы услышите 7 причин, которые, возможно, являются причиной того, что техника чтения слабая. И причина номер один. Ребенок не знает или не выучил, не запомнил, какой звук передает буква. Например, мы показываем ему эту букву, и он не знает, что это звук Ф или буква Ф. Причина номер два – это неправильная методика или использование различных методик, которые не подходят ребенку. Например, ребенку сложно будет зачитать сразу же в первый год обучения чтению на английском языке, если вводится и название буквы, алфавит, и транскрипция, и звук. То есть, например, в начале обучения учитель демонстрирует заглавную букву A, говорит, что это заглавная буква, затем вводит сразу строчную букву A, рядом записывает транскрипцию букву A, еще объясняет, что кроме A это еще и может читаться как A. То есть ребенок путается, и он не знает, как правильно прочитать. Причина номер три – недостаточная мотивация. Если у ребенка нет мотивации к изучению английского языка, или он часто отвлекается на уроках, это тоже является причиной того, что он не дослышал, не запомнил и не знает, как читается данная буква. Следующая причина – проблемы со слухом и зрением. Невыявленные проблемы со зрением или слухом могут помешать ребенку эффективно читать. Представьте, что учитель английского языка – это учитель-предметник, который видит детей один или два раза в неделю. У учителя-предметника может быть около 100 детей. Все, то есть распознать все имеющиеся проблемы со слухом и зрением сложно. Ближе всего к детям работает классный руководитель, который на начальном этапе, первый, второй, третий классы, должен распознать какие-то проблемы, если проблемы не были распознаны раньше родителями. Следующий фактор – это фактор развития. Каждый ребенок развивается в своем темпе, и некоторым может потребоваться больше времени, чтобы освоить навыки чтения, чем другим. Это может быть связано с памятью ребенка. Ему нужно больше повторения. Дома ему нужно помочь повторить. А в школе зачастую на каждом новом уроке вводится новый материал, и времени на повторение нет. Следующий фактор – это эмоциональные или поведенческие факторы. Эмоциональные и поведенческие проблемы, такие как тревога, низкая самооценка или проблемы с вниманием, это тоже может повлиять на способность ребенка научиться читать. Отсутствие мотивации. Ребенку может не хватать мотивации или интереса к чтению, что может препятствовать его прогрессу. И немаловажный еще один аспект – это ограниченное недостаточное количество текста или слов для чтения. Ребенок, возможно, недостаточно знаком с английским языком, литературой, особенно если это его не родной язык. Он встречается с текстами для чтения 1-2 раза в неделю. Дома он не открывает родителей, ему не могут помочь с обучением чтению на английском языке. И поэтому это становится причиной того, что к 3-4 классу ребенок до сих пор очень плохо, с трудом соединяет звуки, слова и вообще делает большие паузы между словами. То есть именно тексты он видит очень редко. Это тоже может быть причиной того, почему ребенок не читает. Для того, чтобы решить первую проблему, необходимо просто помочь ребенку запомнить, какой звук передает буква. Конечно, с остальными факторами, такими как поведение или, допустим, проблемы со зрением и слухом или методика. Это все решается либо в школе, либо как-то комплексно при взаимодействии классного руководителя, предметника и родителя. Однако то, что вы можете делать уже на данный момент, на данном этапе, самая распространенная проблема – это то, что просто ребенок не знает, какой звук передает буква. Чтобы научиться читать, в описании под видео я оставлю вам карточки с английским алфавитом, которые вы можете показывать ребенку и называть звук, который буква передает. Какой звук передает буква, я рассказываю вот в этом видео. Вы можете тоже его включать и запоминать звуки. Изучив 26 основных букв, ребенок научится читать короткие слова, фразы и предложения. Тексты для чтения я также оставляю в описании к этому видео. У меня есть еще короткий курс по чтению, который вы можете найти в свободном доступе, также в плейлистах.
который называется «Короткий курс по чтению». За 12 уроков вы научитесь, ребенок учится читать короткие слова, фразы и предложения. Либо вы можете записать своего ребенка на курс, который проходит онлайн в апреле и мае данного учебного года. Уроки проходят в Zoom, в группе не более 4 человек. Мы используем материалы Dolly Phonics, Dolly Classroom. На уроках учащийся к концу данного курса учащийся выучит основные 26 звуков английского алфавита, а также мы добавляем туда основные буквосочетания, это 16 буквосочетаний, и открытый и закрытый типы слога, а также слова-исключения и некоторые альтернативные варианты чтения. К концу двухмесячного курса ребенок будет читать будет эффективно, бегло читать короткие слова, фразы и предложения, что поможет ему в дальнейшем самостоятельно, более самостоятельно читать и обучаться в школе, так как курс данный подходит для учащихся 3 класса, которые приходят в 4 класс, либо данный курс может быть рассмотрен для учащихся 2 класса, которые еще не умеют читать на английском языке, но готовятся к 3 классу, и это им поможет начать более уверенно себя вести на уроках английского языка. Кроме этого, есть еще курс для родителей, где я рассказываю родителям, в каком порядке и как вводить звуки английского языка в домашних условиях, чтобы ребенок научился читать, то есть чтобы ребенок развил навыки техники чтения на английском языке. Данное видео сейчас подходит к концу. В нем я озвучила основные проблемы, из-за которых ребенок не может начать читать на английском языке. Это он не знает звуки, проблемы со слухом и зрением, мотивация, проблемы с поведением. Это какая-то методика не совсем подходящая, которая используется учителем. И это то, что он не видит тексты. То есть редко вообще читает тексты, то есть редко он вообще английским занимается, в принципе. Я надеюсь, что это видео будет полезным для родителей, для учащихся или для учителей английского языка. Если есть у вас вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях, а также разверните описание к этому видео и посмотрите дополнительную информацию. Желаю вам удачи в изучении английского языка.